Вы одна из самых вежливых. А вот у меня есть 111 рублей на карточке. У вас есть что-нибудь самое крепкое, самое дешевое? Ну, просто Стива, хочу напиться. Сейчас идет по на пиццу просто. 20% скидка. Я просто хочу, чтобы у меня... Ну что? Ну, отупение такое возникает. 111 рублей? Ну, где-то еще копейки. Копейки. Тяжелое. Я. Карашки не выходят, только на литр, если. Литр. Тысячу копейки. Ну да, я думаю, мне хватит. У меня тогда получилось. Нормально тогда, да, хватило? Да. А, ну тогда хорошо. 92,80 получается. Ну, я по карте. Я вот просто никакой цели не имею, я не показываю. Я просто художник, знаете, как Ван Гог. Одинокий художник. Чего ж вы одинокий? Да я состою на учете у психиатра, меня не берут на работу. Мне донатят, покупают картины. Люди из других городов. Я почту отправляю. Я рисую разные. Я рисовал мелками на тротуарах пейзажи, очень много их смыло дождем, но фотографии остались. Есть паблики, фото и видео рисовали. Я сейчас творчеством занимаюсь. Я просто немножко художник. Ну ладно.